Привет! Слух для собачки имеет очень большое значение, а потому за ушами питомца нужно правильно ухаживать. Как это делать и что для этого использовать, именно об этом поговорим в сегодняшнем выпуске. Зачем собачке чистить уши? Собаке чистить уши надо потому, как и людям. У нее выделяется сера, которую нужно убирать. После купания туда может попасть влага, которую нужно убрать, иначе будут отиты. Это естественная гигиена, которую мы делаем для себя. То же самое мы делаем и для собак. Чем можно удалять загрязнение в ушах? Для собак еще существуют специальные лосьоны для чистки ушей, которые мы можем использовать, начиная от обычных лосьонов. Я пользуюсь, допустим, нутриветовской фирмой, кто-то может какой-то другой фирмой пользуется. А что делать с волосиками в ушках? Вот такого в ушах быть не должно у собак. Вот это все нужно удалять. Есть специальные пудры для удаления, для чистки, удаления шерсти в ушах, которые мы туда чуть-чуть посыпали. Оставляем буквально на несколько минут. Все волосы из ушей удаляются. Удаляются обязательно, вырываются, не стригутся, потому что если их постричь, середина волоса, основание все равно растет внутрь. Если его не убрать, собирается влага. Ухо не проветривается. Как часто чистить ушки питомцу? Собаки, которые купаются часто, после каждого купания убирать влагу. Ватным диском убирать влагу обязательно. Всем остальным, которые купаются редко, таким как овчарки, таким как там короткошерстные породы, по мере накопления этой серы. Тут нужно смотреть индивидуально у каждой собаки. Это не сложно, хотя бы раз в 2-3 недельки проверить уши собаки, раз в месяц протереть их. Можно ли в домашних условиях правильно почистить ушки? Понятное дело, что чистка ушей лучше, конечно, если это производит специалист, который понимает и знает. Если уже ж люди хотят научиться это делать сами, лучше обратиться в ветклинике, где обслуживаетесь, либо к грумеру, чтобы объяснили, как это правильно делать, чем это правильно делать. Я всегда говорю, лучше не навредить. Потому что очень часто люди лезут ватными дисками, вернее, ватными ушными палочками чистить уши, приводят потом в клинику собаку, у которой осталась внутри вата, которую нужно будет потом удалять. Друзья, если у вас возникают вопросы, задавайте их нам в комментариях, и мы обязательно ответим на них в следующих выпусках. Пока! Благодарим за содействие создания ролика «Груминг-салон Алика Грум». Профессиональная подготовка к выставке собачек и кошек, породная стрижка, деликатный триминг, спа-процедуры, а также необходимые гигиенические комплексы для вашего питомца. Контакты на экране.